Добрый вечер, меня зовут Никита, а это мой Башан БВС. Я уже 7 месяцев назад снимал обзор о тюнинге, сейчас же я хочу рассказать о итогах использования его за целый сезон. 7 месяцев я на нем отъездил, пробег около 6 тысяч за этот сезон. Значит, самое главное, что я хотел бы сказать, скутер меня ни разу не подвел, только бензин заливал и, ну, время от времени менял масло. О обслуживании. Масло заливалось только матюль, масло в редуктор только матюль. Тормозная жидкость была заменена в начале сезона тоже на матюль. В целом в обслуживании главное соблюдать временные рамки, чистить фильтр, менять вовремя масло и ухаживать за своей техникой. Тогда он прослужит достаточно долго. Сейчас пробег 8500. За 8500, ну, практически ничего нового не случилось. Поменял трос спидометра, поменял реле поворотов, менял масло, заливал бензин и, в общем-то, и все, кроме расходников. Там-тарам-та-там! В целом, если вы хотите купить себе данный скутер, то нужно соблюдать некоторые правила. Главное – своевременное обслуживание и уход за техникой. Нужно заливать, ну, хороший бензин, желательно, чтобы он прослужил долго. За достаточно большой, я считаю, пробег, полтора сезона уже ездит, ну, абсолютно никаких крупных поломок не случилось. Если вы хотите купить этот скутер, то покупайте. Нормальная тема. Я рекомендую. Значит, поскольку я люблю достаточно быстро ездить в режиме где-то 80-100 км в час, иногда даже газ в пол, то труба за 5000 ватта из нее выгорела. Пришлось, конечно, обновить. Поменяли вату, поменяли сетку и покрасили термокраской. В целом прямоток ведет себя достаточно хорошо. Когда нужно ехать тихо, то можно газ не сильно добавлять, и вас не будет особо слышно. Если постоянно крутить газ в пол, то, конечно, рев на пол района. Ночью особо не покатаешься. В целом выхлопом доволен. Также колено было обмотано термолентой, чтобы не обжечься, и для лучшей производительности выхлопной системы. Термолента ездит уже где-то 4-4500 километров. Абсолютно ничего не случилось с ней. Внешний вид гораздо лучше, выглядит достаточно по-спортивному. Резина осталась та же Continental Conti Twist Race. Пробег на ней порядка 5000 километров. Из интересных ее особенностей это то, что в сухую погоду по теплому асфальту она очень хорошо держит. Вплоть до того, что мопед закладывался до того, что подножка начала чиркать по асфальту. На ней есть конкретные отметины. Если посмотреть на резину, то виден ход, до какого момента она работает. В дождь эта резина ведет себя не очень хорошо, но лучше стоковой. В дождь она начинает скользить, переднее колесо постоянно срывает и зад идет юзом. В торможении эта резина очень хорошо себя показала, потому что с большой скоростью, порядка 90 км в час, оттормозиться гораздо легче, колеса не срывает. Задняя резина порядка 30% износа уже имеет. Передняя резина износилась примерно на 10%, так как переднее колесо подвержено меньшим нагрузкам. Значит, дополнительно из светового оборудования, помимо лампочек на 35 Вт от квадроцикла, были установлены светодиодные габариты для того, чтобы затраты электроэнергии были гораздо меньше. Задняя лампочка тоже светодиодная, и дополнительно была установлена кнопка аварийки. Вот. В целом, своим скутером я доволен. Он в отличном техническом состоянии. Каждый день он получает хорошего пинка под зад. Я езжу достаточно быстро, в достаточно интенсивном режиме. Все как было, так и осталось. Ни один болтик, ни одна андапка, ничего не потерялось. Скутер остался в таком же состоянии, как и был 2 сезона назад. В целом, оператор может посмотреть и продемонстрировать это вам. Снимать обзоры, конечно же, классно, но лучше я поеду кататься. Всего доброго!